Всем привет, с вами Виктория Крокус, и сегодня я вам расскажу, какие же цветные ручки лучше, чтобы вы не покупали столько, сколько есть у меня. Это не все ручки, которые у меня есть, я почти час потратила, чтобы найти вот эти все ручки, какие-то даже без наборчиков, по одной искала, и я уверена, что у меня еще по закоулочкам очень много лежит. Начнем с самых дорогих ручек от фирмы Стабила, здесь 25 цветов, заказывала я их на сайте Озон, я их заказывала за 1600, сейчас они 2500 на этом сайте стоят. Я не знаю, стоит ли заказывать уже за такую цену, потому что 1,5 и 2,5 это, конечно, уже разница, но я их очень люблю. Заказывала год назад, они до сих пор все пишут. Не просвечивают через любую бумагу. Мне где-то писали, что вот у меня эти ручки просвечивают. Не знаю, у меня они никогда не просвечивали. Теперь будем делать сводч такой вот зелененькой ручкой. 25 цветов, в принципе, не нужны. 10 цветов вам хватит. Но я брала 25, не знаю, может быть, в следующий раз, когда они у меня засохнут, возьму уже 10. Очень красиво, ярко пишут. До того, как у меня не было того набора, я покупала 6 цветов в магазине Метро. Сейчас они стоят 400 рублей. Тут не хватает черного. Но тоже цвета такие базовые, красивые и яркие. Также от этой фирмы за 500 рублей есть такие вот неоновые ручки. Еще 5 цветов. Зеленый, розовый, светло-розовый, оранжевый и желтенький. Давайте возьмем вот этот вот. Они, кстати, пишут не ярко. Иногда даже на некоторых бумажках их не видно, но... Если вы возьмете такой стикер, то очень хорошо будет видно. Тоже красивые ручки, мне нравятся. Вот эти вот ручки тоже капиллярный луксор. Я их покупала в 3 классе, то есть 8 лет назад, и они до сих пор пишут. Если бы я не растеряла остальные, то у меня бы был целый набор. Ну вот, можете сами посудить, то, что насколько вам их хватит. Следующие тоже капиллярные ручки от фирмы Luxor. Это производство Индия, те были немецкие, а вот эти вот Индия. Они стоят намного дешевле, их я тоже в Метро покупала. Давайте возьмем красный. Они не особо отличаются. Я, кстати, у меня было даже видео сравнение капиллярных ручек. Они не отличаются, просто те немного мягче пишут и теми чертить удобнее. Но эти тоже хорошие. Так что, если нет денег на те, то можно купить такие. От фирмы Luxor у меня есть мини-капиллярные ручки. Они очень удобные, очень легкие брать куда-то с собой. Также есть Стабила тоже мини-капиллярные ручки, но они очень дорогие, поэтому я брала вот эти. Покупала за 150 рублей в магазине IKEA, потом они даже по скидке по 99 продавались. Давайте возьмем, наверное, сиреневый. Они тоже ничем не отличаются от тех. Вот, тоже хорошие. Теперь переходим к гелевым ручкам. У меня есть такой вот набор из магазина Метро, Ара. Здесь 24 цвета. Я уже покупаю такой третий набор. Они очень дешевые, они вроде бы по 150 рублей где-то стоят. И они очень долго не кончаются. Здесь есть блестящие, обычные неоновые и просто ручки. Я взяла такую вот блестящую ручку, я пока ими не пишу, потому что мне как-то жалко такой красивый набор, он мне всегда поднимает настроение. Они где-то уже год лежат, наверное, без использования, и в принципе они тоже не засыхают. Дальше это ручки Metallic, 8 цветов, я их покупала совсем недавно, они мне очень нравятся, ими даже сейчас пишу в личном дневнике. Давайте возьмем оранжевый. Очень мягко пишут, я обожаю, когда ручки мягко пишут. Вот это вот блестящее, вот это металлик. То есть вот это вот светится, а вот эти вот блестят. Дальше это тоже блестящие ручки, они замечательные. Это вторая такая пачка уже у меня. Я не знаю, как они называются, покупала их раньше в офис-классе, сейчас их даже там нету. Но они мне очень нравятся, очень красивые, стоили вроде бы рублей 150. Давайте я вам покажу, как пишет зеленая ручка. Если вы такие найдете, то обязательно берите, потому что они очень хорошие. Жалко, их сейчас уже у нас не продают. Вот. Им уже 4 года, они до сих пор хорошо пишут. Дальше идут тоже ручки без набора, я думаю, все знают такие наборчики, у меня их, наверное, было штук 10, даже сейчас ставлю фотку, как они выглядят. Такие ручки были у всех, потому что они самые такие распространенные, есть почти в каждом книжном магазине. У меня осталось только 2 из этого набора, ну вот, первый. Дальше идут ручки «Считай города», я покупала только 6 цветов, там было вроде бы еще 12, ну, насколько я помню. Давайте возьмем какой желтенький. Они, кстати, пишут разными цветами. Сначала они очень яркие, потом все более-более тускло пишут. Они очень вкусно пахнут также, они с ароматами. Вот. Яркие, даже светятся в темноте. Дальше такие вот цветные ручки, тоже гелевые. Не помню, где покупала, может быть, в фикс-прайсе, может быть, что-то типа этого. Давайте возьмем красненькую.
мягко пишут хорошо. Дальше идут обычные шариковые цветные ручки, именно их я никому не советую покупать, они тусклые, ими очень тяжело писать, быстро устает рука. Неоновые цветные ручки стоили 60 рублей, они очень хорошие, тоже мне нравятся, покупала в офис-классе. Давайте возьмем такой вот сиреневый. Вот такие вот. Дальше тут такие блестящие ручки, они тоже, по-моему, были у всех, они дорогие, 23 рубля вроде бы одна штучка стоит, но я покупала в наборе. Они у меня класса с 5-го, тоже уже очень долго. Немножко подсохли, но, в принципе, такие же. Этот набор я покупала в магазине Метро, 12 шариковых ручек в очень красивом пенальчике, которые можно таскать с собой. Возьмем оранжевый. Вот так вот они пишут. Это тоже шариковые ручки, тут 10 цветов, мне их папа привозил из Таиланда. Давайте возьмем вот этот вот, это самый красивый цвет. Очень удобные, от них тоже не устает рука. Вот так вот они пишут. Последний набор ручек от фирмы Link, 10 цветов. Я не знаю, какие они капиллярные, шариковые, ну в общем цветные ручки, они что-то схожи с капиллярными и шариковыми. Давайте возьмем такой вот зелененький цвет. Я писала ими где-то 15 писем, 15 ответов на письма, кстати, сегодня отправила, и у меня не устала рука. Обычно у меня уже после второго письма просто отваливается рука, я уже еле-еле пишу, такой некрасивый почерк становится, а вот от этих ручек у меня ни разу не устала рука, хоть сколько бы я ни писала. Они очень красивые, очень легкие, и сам вот этот вот стержень очень классный. Вот так вот они пишут. Стоили 234 рубля, покупала в книжном магазине «Планета». Это было все мое видео, надеюсь, я вам помогла выбрать какой-то наборчик. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами была Виктория Крокус, всем пока!